Всем привет, с вами Катя Адушкина, и сегодня я снимаю Аск Адушкина, и мне кажется, слишком много цвета в этом видео. После первого Аск Адушкина вы просто завалили меня вопросами, было 4000 комментариев. Сейчас не знаю, как я буду выбирать вопросы, но я попытаюсь. И, кстати, также после первого выпуска тех стал волновать вопрос: Катя, Лада седан или баклажан? Серьезно, вам так нравится ставить меня перед выбором? Вы знаете, что все выборы для меня это очень сложно, и я даже не могу представить, как я буду голосовать после 18 лет. Потому что выбирать я не умею. Но пока мне не 18, я буду выбирать между Ладой седан и баклажан. На самом деле, я больше предпочитаю Ладу седан баклажанового цвета. Но если стоять перед выбором Лада седан или баклажан, скорее всего, баклажан. Я не знаю почему, просто баклажан. Кристина Харковская спрашивает: Катя, как ты проводишь свое свободное время? ВК или гуляешь с друзьями, или будешь снимать видео? На самом деле, в последние дни свободного времени у меня вообще нету. Но, скорее всего, если свободного времени будет 2 часа или там хотя бы полтора, я буду снимать видео. Если свободного времени будет минут 20, то я буду сидеть ВКонтакте. Но гулять я точно не буду. Алина Тим 2005 интересуется: ты будешь снимать летсплей? Ну, на самом деле, ребят, открою вам тайну. Я не летсплейщик. Но все-таки я могу один раз попробовать снять летсплей, потом половина моих подписчиков от меня отпишется, и я больше никогда не буду снимать летсплей. Лера Кулебакина спрашивает: ты бы хотела переехать в другую страну или город? Если да, то в какой? На самом деле меня устраивает Москва. Так сказала, как будто вся из себя такая: Москва, конечно, устраивает, но нет. На самом деле, мне очень нравится мой любимый город, в котором я родилась. Я бы хотела переехать, если бы я знала хорошо английский и могла свободно на нем разговаривать, но нет, поэтому нет. Эвелина Т. спрашивает: Катя, перед Тодосом ты чем-нибудь еще занималась, как хобби? Ну, да. Перед Тодосом 3 года я занималась художественной гимнастикой, но это мне совсем не нравилось, поэтому я ушла. Перед гимнастикой я занималась бальными танцами, да. И еще в начальных классах в школе я ходила на хор. Да. Вот стопудово вы этого не знали, что во 2 классе я ходила на хор. Никто этого не знал. Дана Бабылева пишет: ну, вообще-то Аск у Марьяны Ро. Знаешь, Аск переводится как вопрос. То есть, это не она придумала. Я открыла тебе тайну. Алина Вульф спрашивает: ты любишь шоколад? Алиночка, я не просто люблю шоколад, я его обожаю. И жить я без него не могу. Вот так бывает в жизни. Стефания Слопченко спрашивает: ты хочешь аквариум? Но если с рыбками, то да. А если просто, не хочу. Полина Шаймер спрашивает: если до сих пор монтируешь в iMovie, то как сделаешь наклейки, как Спанч Боб и Патрик? Вообще, Полина, в iMovie можно сделать наклейки. Вообще, в iMovie можно сделать все, если уметь пользоваться. И все. Тоже Луха Би спрашивает: ты кек или тамблер? Что делать, если меня бесит и тамблер, и кек? Я свободная женщина, я не кек и не тамблер. Да. Таира Абдулаева спрашивает: любишь Black Star Mafia? Да. У меня есть даже кепочка с Black Star Mafia. Конечно, я их люблю. Мария Санакоева спрашивает: кто лучше, Саша Спилберг или Катя Клэп? По мне, они обе очень классные, и я одинаково к ним отношусь и люблю их видео. Лида Климова опять решила поставить меня между выбором: гамбургер или пельмешки. Лида, ты издеваешься? Что вы делаете со мной? Мне нужна волшебная палочка. Ой, боже мой. Буду резать, буду пить, все равно тебе водить. Пельмешки! Я обожаю и гамбургеры, и пельмешки, и гамбургеры. Настюша Фокси интересуется: можешь ли ты сделать клип под песню Лада седан баклажан? Зачем? Мне? Ужасно красиво задает вопрос: какой вид танца тебе по душе? На самом деле, очень понравился этот вопрос, и думаю, я люблю хип-хоп или хаус. Оп-йоу. Диана Лав спрашивает: Аск Адушкина, в какой школе ты учишься, Нови? Не скажу. Это секрет, который знают практически все. Дмитрий Суши спрашивает: где ты живешь и сколько тебе лет? Ты издеваешься? Еще спроси, как меня зовут. Или какая у меня фамилия? Поешь ты ужасно. Сразу выключила, потому что невозможно слушать. Кровь из ушей пошла. Значит, если вам не нравится, как я пою, я не отрицаю. Я не говорю, что я супер певец и вообще я не ходила на какой-нибудь вокал. Нет. Если вам не нравится, как я пою, выключайте видео, отписывайтесь от канала или затыкайте уши, чтобы кровь не шла из ушей. Я не знаю, делайте, что хотите, но я не перестану делать в своих видео то, что мне нравится, то есть петь. Почему я должна прекращать это делать? Я люблю, я хочу, не перестану. Анжелика Свита спрашивает: у тебя есть 2-я официальная страница ВКонтакте? Если да, то скинь ссылку. Нет, у меня 1 страничка ВКонтакте, и ссылка на нее будет внизу в описании. И ссылка всегда была в описании. Не верьте фейкам, которые пишут, что якобы это моя 2-я страница. Нет, если я вдруг соберусь создать 2-ю страницу, я обязательно сниму для этого видео, я не знаю. Лена Макарова спрашивает: какой
любой день недели ты любишь. Вообще, я обожаю воскресенье, потому что у меня больше свободного времени, и можно отдохнуть. И спать, нет, спать я не могу в воскресенье, тогда люблю субботу. Короче, я больше всего люблю субботу, воскресенье или вторник, потому что во вторник у нас самые халявные уроки. Настюша Левина спрашивает, что бы было, если бы тебя пригласили в кино? Я бы пошла в кино, логично, думаю. Недавно я задумалась, где можно купить именной чехол, и мой выбор пал на магазин Yes Case. Я заказала у них 3 вот таких замечательных чехла. Первый это с моим именем Катя, второй с моей фамилией Адушкина и цифры 25, и третий с одной из моих любимых певиц Рианой. Чехлы пришли в отличном состоянии, и честно, я не ожидала такого хорошего качества. Большое спасибо магазину Yes Case, ссылка на него будет внизу в описании. Ну, я думаю, это было все вопросы на сегодня. И если ты хочешь, чтобы именно твой вопрос попал в следующее Ask Адушкина, то пиши его внизу в комментарии. Ну, а с вами была я, Катя Адушкина. Ну вот и все, это было все. Всем пока-пока.